Вот теперь по уточненным данным три тюка. И там, значит, было не 54, а 57 в предыдущем видео. Итого хватило на 60 тюков. Как работает, посмотрели. Теперь посмотрим, как ломается. Это уже второй раз такая проблема. Я думал, что устранил ее, но нет. Вот эту пластину ее загибает каким-то причинам. Прошлый год практически сразу на новом прессе ее загнуло. Эта вот сторона держится, это второй раз. Я сначала подумал, что проблема в том, что здесь вот зазор, если так вот где-то с миллиметр два было на этой стороне тоже, ты их поджал, чтобы были с натягом, и эту сторону, и, конечно же, эту, когда выпрямлял, она была плотна. Но, видимо, чего-то еще не хватает. В общем, вот, ну, иглы вроде нормально, поэтому продолжаю работу, ибо трястись домой полчаса в одну сторону, потом в другую, желания никакого. Вот, интересно, может, что производитель скажет. Я знаю, вы подписаны на мой канал, скорее всего, посмотрите это.
Может, у кого тоже были такие проблемы, что можно здесь придумать, потому что, ну, убирать ее тоже не вариант. Здесь так со всех дыр все сыпется, так тем более будет высыпаться много сена на подборщик. Где-то 19 рулонов, и там еще один будет, маленькая полянка за лесом есть. В прошлый год было 26, но там я еще косил одну полоску, с нее два рулона вышло, так что 24 и, сколько сказал, 19-20. В общем-то, урожайность более-менее в норме на этой поляне. Ну, еще бы здесь ложбина, и весной вода подолгу стоит. Хотя вот березы желтеют, как будто осень уже много. Таких берез по лесам, где-то прям вообще сплошную уже голые стоят. Выжаривает конкретно. Вот по этой причине я и решил ничего не выпрямлять, домой не ездить. Это полчаса в одну сторону, потом в другую, плюс ремонт. А сегодня такой прохладный денек с ветерком. Ну, после плюс 30, оно и плюс 30 весьма прохладно. Это как после минус 40, минус 30 зимой тепло. Также вот нож этот. Отсюда давайте посмотрим, я показывал его в предыдущем видео. Видно, сколько не хватает. Нитка перескакивает. Видимо, унификация с тем идет захватом. Но и тут нужна другая система. Возможно, перепутали при установке, просто мало ли что бывает. Также вот проблема на такой вот мелкой траве. Сегодня два раза было, тюк не выпадывает. Поскольку его никак не видно, что там за прессом, выпал он или нет. Бывает и холостой пробег. Потом смотришь, а волок-то сзади целый. Он весь высыпается сразу. Тюк его пропихивает на выход. Ну, это как бы уже, наверное, не является конструктивной проблемой. Так уже что-то зажимает. Потому что вот они даже как-то прессуются странно. Вон все смятые. Обычно крутится сразу, тут как-то скомкано. Вон тот вот аккуратненький тюк. Середка закручена хорошо. А здесь уже не понять как. Также вот весной, ну не весной, осенью уже обнаружил один ролик, вот нынче устранял. Ну, по-моему, у них смазки маловато во всех. Как-то они легонько крутятся. Но тот был сухой, который я находил. Он прям вообще гудел здорово. Как-то их тоже, их до хрена же, блин, все разбирать, смотреть тоже. Вот так вот. Может, что-то в них есть еще. Но как-то не очень оно есть там. Маловато будет.